Казалось бы, еще не так давно наземный общественный транспорт Москвы стал бело-зеленым. Но свежее и приятное для восприятия сочетание цветов просуществовало недолго. Уже с 2015 года Мосгортранс начал заказывать голубые автобусы. Новый цвет нужен для того, чтобы весь общественный транспорт столицы сделать напрямую связанным друг с другом и подчеркнуть это, соответственно, цветом. Когда было решено поменять цвет, к голубому пришли не сразу. До сих пор по Москве ездят сочлененные автобусы ЛиАЗ, 6213 и Мерседесы. Однако у них темно-синий окрас, который и должен был стать основным. Было решено сделать более яркий цвет, чтобы транспорт был хорошо виден на дороге. Лично мне кажется, такая унификация не самым лучшим решением. Намного эффективнее было бы сделать отдельные цвета для каждого вида транспорта. А вагоны метро вообще трогать не нужно. У каждого из них существует свой исторический цвет. И я бы не хотел видеть в столичной подземке эти размалеванные разноцветные составы.